Hello, my friends, this is Scar из Scar 2, финальная серия. А что ж, я обязательно возьму вот этого насекомого в следующих сериях. У нас, кстати, блин, в общем, я попробую пройти. Идем назад, выбираем. У нас все на максимум прокачано. Я надеюсь, мы победим, ребят. Я буду стараться все встретить, я сейчас вернусь. Тут на все звездочки, на отлично. Тут у нас все на отлично. Тут все на отлично. Тут тоже все на отлично. И последний левел. Не знаю, как удастся нам или нет. И будет ли продолжение. Потому что, блин, вот он наш красавчик Мамонт. 36 уровень. Играем на сложном. И я надеюсь, я пройду. Я буду стараться, ребят. Так, сложно. Бережемся. Голову бережем. Чтобы не разбиться. Так, ладно. Ух ты, вот он Мамонт. Вот он Мамонт. Бегаем, бегаем, бегаем от него нафиг. Так, берем бомбочку. Отлично. Ну и где ты? Где ты, мама? Давай, выходи, я готов сражаться с тобой. Ну, где ты? Где же ты, где? Мамонт, покажись. Нифига себе, он сразу меня разгромил. Боже ж ты мой, боже ж ты мой. Отличненько, мы возродились. Я надеюсь, ты меня не убьешь. А, молния, отлично, молния, молния. Так, мы немножко его задержали. Где ты? Где ты? Где ты, мама? Блин, тучка убежала. Отвали от меня, пожалуйста. Мне нужно, ребята, здоровье. Аптечка нужна. Иначе мы не выживем. Отлично, мы взяли аптечку. Вот он, мама. Мы убили его. Я не знаю, как, но у нас получилось, по ходу дела. Отвали сейчас от меня. Так, надеюсь, ко мне больше никто не полезет. Ах ты ж, елки-палки. Гроза. Гроза мне в помощь. Отлично, ребят, мы победили мамонта на сложном уровне. Фу, давай, езжаем дальше. То есть мамонт финальный босс был. А, я думал, будет сложнее, но в принципе нормально, легко победили. Нет, нет, нет. Назад, 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 назад. Ух ты, меня прижало-то как. Ух ты ж, елки-то палки. Вылазь, давай, вылазь. Давай, вылазь, 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 вылазь. Немножечко. Колесо же загнулось. Давай, вылазишь. Нифига себе, колесо, смотрите, оно поверх бревна. Ладно, идем дальше. Там просто была аптечка. Блин, ну пипец. Да вон она, еще аптечка. Ну это жесть. Как можно было две подряд аптечки пропустить? Назад, едь, назад. Да что ты будешь делать-то? Вот глупый-то какой. Отлично, есть третья аптечка оказалась. Фу, спасение, я не знаю, попадется ли нам кто-то еще, но это было напряженно, ребят. Это было реально напряженно. Здесь ты не поставишь палец вверх. И финальный прыжок, я надеюсь, мы выиграем. Все валится, все нафиг валится. Отвали от меня. Финал? Че, реально финал, ребят? Посмотрим, что будет в конце. Я надеюсь, будут дополнительные уровни. Еще 100 штук. Ждем загрузку. Мы чё ж зря ждали? Это ж финал. А где финал-то? Картинки, титры, фанфары. Где это все? Зачем я побеждал? Эй, хеллоу! Хеллоу, тук-тук! Тук-тук-тук, откройся! Ёлки-палки. Придется перезагружать, что ли? Вообще ничего не жмется. Эй! Тут есть кто-нибудь еще? Ладно. Ребят, ну смотрите, я все прошел до конца, 108 из 108. Финальной заставки почему-то не было, я не знаю, это, конечно, печально, обидно. Мы обязательно переиграем. Даже сейчас, может, все-таки будет финальная какая-то заставка. Потому что как-то обидно. Вроде все прошли, и ничего не было. Я постараюсь побыстрее поехать. Давайте на легком даже попробуем. Так, отлично. Ух ты ж, елки, нифига ты разогнался. Отлично, 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 отлично. Ух ты ж. Поверху. Вот он, мамонт, кстати, вот он. Так. Езжай, 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 езжай. Смотрите, он все равно много отнимает. Хоть у меня много здоровья. Да возьми ты уже здоровье-то, елки-палки. Тут много аптечек. Ах ты какой, смотрите. Отлично, мы победили его. Он отнимает больше 0,5% за один раз. Вы это сами видели?
прекрасно. Так, хороший прыжок. Нифига себе мы. Что происходит? Боже мой, их слишком много. Давай, карабкайся наверх. Новое достижение, опять новое достижение. Нет, только вниз не падай. Думаю, там ничего хорошего нету. Так, поворотик и назад. Назад встали. Так, езжаем дальше. Отлично, отлично. Сейчас, ёлки, ты ж ёлки-палки. А, блин, бочки. Точка, помогай мне. Ох ты, мы упали, потому мы опять в канализацию упали. Это. Постараемся сейчас поаккуратнее доехать, потому что должна быть финальная какая-то заставка. Вначале же она была. Конечно, я буду ждать обновления, буду следить. Так, отвали, пожалуйста, от меня. Так, ну все. Покажите нам титры. А, ну типа все. Совсем, что ли, все? Можно выбрать уровни опять. А, вот она. Вот, ряд, финальная заставка. То есть получается, что если посмотреть по картинкам, мы мамонта убили, вот мы долго с ним сражались, и в самом конце убили мамонта. И машинка. А, машинка увидела мальчика, который улетает в космос. To be continued, то есть и намек на то, что будет продолжение какое-то. То есть я приехал в тот момент, когда мальчик улетел на ракете куда-то далеко в космос. И, блин, я очень грустный. И to be continued, это очень самая хорошая новость, что будет продолжение. Очень бы сильно хотелось. Так, ну в общем-то мы прошли всю игру, ребят. Наконец-таки все-таки увидели финальные титры. Так, ну я предлагаю, давайте покрутим рулетку, что она выпадет тут. Как всегда, соточка. У нас, кстати, очень много рубинов накопилось. Может быть, мы потом сможем их потратить как-то. Давайте покажу всех монстров, кто тут был. Так, начинаем с самого слабенького, вот этого субастика. Так, ну тут много чего интересного. Мне вот вертолет нравился раньше. Никогда не встречались на вертолеты. Тут встретились много-много всяких монстров, ребят. Все, в общем, открыли. Единственное, танк. Почему-то я не видел танк. Где он был? Так, ну я обязательно постараюсь его найти. И будет серия с танком, когда мы будем с танком сражаться. Идем в магазин, давайте возьмем маленькую машинку и на ней покатаемся, потому что, ну, она мне нравится. Так, вот это мне нравится больше всех, больше, чем танк. Берем ее. Так, и куда-нибудь, знаете, я сейчас покажу. Давайте сюда, вот этот переход. Может быть, там был танк. Разок сыграем. Надеюсь, ты поставишь палец вверх, подпишешься на мой канал, потому что будет по-любому обновление. На эту игрушку будет продолжение частей, то есть мы улетим куда-то в космос, там будет опять много-много уровней. Я просто жду, быстрее бы разработчики уже придумали новые уровни. Я буду обязательно продолжать снимать. Так, отлично. Ах ты ж, блин, со всех сторон просто атакуют эти бревна. Едем. Так, очень классно летает наша машинка. Просто истребитель какой-то. Набираем скорость. Тоже забавно очень, мне нравится левел. Блин, ну он сложный. Особенно этой машинке. Все, мы упали, ребят. Упали и погибли. Печально, можно переиграть. Даже нужно переиграть. Давайте сразу сначала нажмем. Закончились у нас бензин. Так, в общем, играем сначала. На средней сложности можно пройти. Сейчас я вам покажу это. Очень такой интересный уровень. Так, я бы сказал, он нелегкий, ребят. Так что нужно тут ваша вся сноровка, вся ловкость использовать. Особенно если вот эта машинка. Но она, конечно, по здоровью она более слабенькая. Ну, более такая изворотливая, поворотливая. Она просто визуально мне нравится. То есть, ну, реально круто сделано. Мне нравятся ее крылья. А вот он наш главарь. Ну-ка, давайте подождем его. Ты, елки-палки. Так.
Сейчас я его дождусь. Так, где он? Давай, я специально жду тебя. Может, мы его уже убили? Ладно, пофиг, уезжаем дальше. Едем, 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 едем. Блин, елки-палки. Ну, прикольно был финал. Так, мы снова живы и продолжаем. Продолжаем наше движение, наше путешествие. Ух ты ж. Эй, ну-ка. Мы застряли, по ходу дела, ребят. Это не очень хорошо. Как мы так умудрились? Блин, все сыпется. Давай, вылазь. Вылазь. Ну-ка, назад, поднажми, поднажми. Назад, вперед, ну-ка. Назад, 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 едь. Ну не может. Не мог же я так застрять. Блин, ну как так-то? Это вот тупик, что ли, специально так сделано? И нитро все израсходовали. Да, ребят, тоже, по ходу дела, мы действительно застряли. Да, уровни, давайте выберем уровни. У нас уже бензин заканчивается. У нас закончился бензин. Слот мы можем крутануть один разок. Но вряд ли нам выпадет бензин. Алмазики выпали. Хотя, смотрите, можно крутить за... За алмазы можно крутить. Здоровье, кстати, давайте повращаем, почему нет, раз такая возможность. Ведь, ну, нам нужен бензин, по идее. Да жизнь-то зачем там? Мы так можем много жизни накопить. Да, в проигрыш. Ну пофиг, у нас слишком много рубинов. Хомяк выпал. Нам надо бензин, последний, последний бензин. Все, мне больше надо. Двойные бомбы. Сейчас, кстати, все это возьмем. 300, ё-моё, ну бензин можно, пожалуйста? Че, он так редко выпадает? Даже хомяк чаще выпадает, чем бензин. А мне он очень сильно нужен сейчас. Бомба, удвоение бомб. Ну, замечательно. Вот, давай, отлично. Неужели все-таки вытащили, вытащили. Так, а давайте, давайте в первый самый поиграем. Мне он нравится в городе, очень, очень классно выглядит. Хотите, я буду в эту игру играть. Дирижабль, ребят, вот он, это самый главный дирижабль. Очень классно. Так, вот мы в городе, ну, в частном где-то секторе. И первый босс, ребят, самый, да? Ну-ка. Мы его очень быстро, думаю, победим. Все. От босса ничего не осталось. Так, а мы улетаем. Ух ты ж, елки-палки. Крутая бомба. Отлично. Тачку в любом случае приобрету, она мне пригодится, если продолжение следует. Я думаю, может быть, придумают новые уровни. И наша машинка нам поможет. Может, конечно, там все заново мы будем играть. Но я все равно куплю, ребят, для вас. Для вас мне не жалко. Просто чтобы показать, чтобы вы знали, стоит покупать ее или нет. Вообще по трубе где-то едем. Отлично. Блин, поймал меня языком своим. Так, осторожно, осторожно, давай наберем скорость. Набираем скорость. Давай, уже половину пути проехали. О, разгон, разгон с горки. И финальные. Не доезжаем. Не хватает нитро. Берем подарок. Да, уже у нас последний бензин, нам надо уже доехать. Блин. Если он кетчупом будет вас часто поливать, то вызываем перед страшной машинкой и пытается вас убить. Это же елки-палки. Так, немножко еще последний рывок. На этом, я думаю, можно уже закончить. Так, крутое пике. И финаль. Блин, меня поймал опять. Еще один негодяй. Отлично. Все, финиш, финиш, отлично, ребят. Вот он, финальный, финальный заезд. Все, финиш. Я надеюсь, ты поставишь палец вверх, подпишешься на мой канал. Дальше будет еще интереснее, буду стараться, будем следить обязательно за обновлениями этой игры. И будет все the best, ребятки. С вами был Дарит, всем до скорого, пока-пока. Играть в хорошие игры.